268 ДТП с пострадавшими произошли в 2017 году на территории Люберец и соседних городов. Сотрудники ГИБДД подвели итоги своей работы, а также рассказали о нововведениях, которые планируются в ближайшее время. За минувший год на автодорогах Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарино были зарегистрированы 9379 дорожно-транспортных происшествий, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 268 ДТП с пострадавшими. Погибли 18 человек, 317 пострадали. К сожалению, нам не удалось выполнить решение, которое предусмотрено федеральной программой безопасности дорожного движения по повышению уровня безопасности. Есть определенные критерии. У нас увеличенное количество погибших. На возникновение ДТП влияют разные факторы. Это интенсивность движения и неправильное поведение водителей и пешеходов. Также увеличилось количество ДТП по вине дорожного фактора на 34%. Мы считаем прямо, что разметка горизонтальная, нанесенная в 2016-2017 годах, нанесена из рук вон плохо, служит она недолго, и отсутствие этой разметки прямо влияет на уровень аварийности. В 2017 году, благодаря пропаганде безопасности дорожного движения, снизилось количество пострадавших детей. 291 водитель был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Это немного ниже, чем в 2016 году. Также на 30% снизились показатели угонов автомобилей. В госавтоинспекции рассказали о контроле сотрудников внутри отделения. В 2017 году к дисциплинарной ответственности привлечено более 30 сотрудников. Рассмотрено более 20 материалов на комиссии по служебной этике и уволен один сотрудник по невыполнению условий контракта. Также в ГИБДД напомнили, что с 1 июля прекращается оформление бумажных паспортов транспортных средств и планируется переход на ПТС в электронном формате. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.